И всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с сумасшедшей рубрикой. Это рубрика «Эксперименты». Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, в нашем видосе будут участвовать самые новые бигфуты гигантских размеров, с помощью которых мы поставим новые рекорды на этом эксперименте. Но вначале давайте быстренько напомним вам правила этой рубрики. Мы с Пашей делимся на две команды и выбираем тачки с помощью рандома. Ну а далее отправляемся преодолевать нашу космическую лестницу. Кто выше заберется, тот и получит сегодня первое место в ролике. Ну а тестировать на сегодня, чуваки, мы будем крутые бигфуты-животные. Далее у нас есть обыкновенные бигфуты, большие бигфуты, гигантские бигфуты. Также есть гигантские машины и ультра-мега-гипер-сверх-гигантский бигфутус. Такого, ребята, еще никогда мы не тестировали. Поэтому сегодня давайте проверим, кто займет первое место. И я хочу пожелать вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и, чуваки, за такой мега-гигантский бигфут давайте сегодня наберем мега-гигантское количество лайков, чтобы соответствовать этому видосу. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали уже тестировать наши тачки. Чуваки, первый раунд начинается! Сегодня пойдем по возрастанию от самых маленьких бигфутов до самых гигантских! То есть это от того, самого ультрагигантского, который мы с Пашей будем пополам, видимо, делить. Он один у нас. Давай, ну что, один. Первый раунд это бигфут Бобик против бигфут Рекс, наверное. Давайте узнаем, кому какой достанется. Но вначале сыграем на камень-ножницы-бумага. И, давай. Чуваки, я просил вашего совета, какое число мне назвать, какой предмет, точнее, камень-ножницу или бумагу. И кое-какой предмет написали больше всего раз, поэтому я его сейчас назову, Паша. А вот какой? Давай, тебе это не поможет. Поможет, подписчики знают, как тебя выиграть. Поэтому раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Бумага. Да! Что? Подписчики, молодцы, они знают, как тебя победить. Больше всего написали именно ножницами в комментариях. Поэтому давай, сегодня я первый. И я спрашиваю число. Алиса, назови для меня бигфут от одного до двух. Так, Алиса, назови-ка ему число два. Число два. Да! Чё ты радуешься? У меня Бобик, у него язык крутой. Поэтому, ребята, на счёт три мы стартуем и проверим, докуда эти бигфуты сегодня доедут. Ну а сверху слева появляются по традиции наши баллы. Готов? Эй, Рекс. Я готов, давай! Раз, два, три, стартуем! Погнали, Let's погнали. Go! У меня быстрее машина, смотри! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А у меня куда по мочевалке лучше. Давай! Сегодня, ребята, каждый сам за себя! Ладно, прости, я больше таким буду, я думал, ты не улетишь. Так, нет, аккуратно. Тебе хана! Мне? Не-не-не, Паша, Паша, мы друзья, Бобик и Бубик. Отгрызу колесо тебе, ты меня понял? Какое колесо? Ты с ума сошел? Колесо ты меня не отгрызешь, это точно. Сегодня, кстати, чуваки, я первый, поэтому именно мне достанется сегодня самый гигантский бигфут в конце. Да-да-да-да-да, давай, давай. А я думаю, наоборот, сегодня серия, где первый мне везет. Ой, а я-то залез, а я-то залез, а кое-кто не сможет. А я-то тоже залез. Да-да-да-да-да. Давай, давай, нюхай хвост. Хватит мне мешать. Паша, это было нечестно. Ты что сделал? Ты нюхай хвост. А, смотри, а я залезаю. Че, реально не можешь? А, ладно, можешь. Смог. Чуваки, ну эти бигфуты, мне кажется, максимум до синего уровня долетят, может, даже не долезут, потому что это только маленький размер. Дальше будет больше, дальше будет намного больше. Итак, задом забираемся. Подожди, что-то какие-то проблемы начались. Серьезно, это предел? Не может быть. О, я попробую по диагонали. Давай, давай, по диагонали. Что? Как вы? Ты, Бобик, Рекс, так, раз, лучше! Два, стой! Я хотел его толкнуть! Нет, нет, как он залезает? Удачи, толкучин! Чуваки, а у меня не получается почему-то. Ой, получилось, здорово! О, получилось. Давай, давай, Бобик! Так, 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 залезаем, залезаем, давай, залезаем, залезаем! И... Лучше! Кажется, мы на пределе, Паша. Давай! Давай! Нет, это не получится. Раз, на два, три! Ты. Это ты на предел, а я на предел! Давай, предел! У-ху. Предел, реально предел. Ну как так-то? Окей, получается, засчитываем мне... На тебе. Оп, 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 оп. Да! Благодарю. Я за счет тебя тоже залез. Вот это дружеская команда у нас. Ты так, 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 так. Офигел? Нет, ну дальше точно не получится. Я предлагаю остаться на 15-й ступеньке. Я тебя скину. Давай. Ладно, каждому засчитываем по 15 баллов. Хотя Паше можно 0 засчитать, он упал куда-то там. 15! Мы переходим к следующему нашему раунду. Наконец-то, ребята, я сегодня первый.
Короче, давайте так всегда делать. Пишите, какие мне предметы называть в следующих роликах. Камни, ножницы, бумаги. В прошлом видосе я просил вас написать именно ножницы, больше всего вы писали. И вы угадали, что Паша назовет камень или что там, бумагу назвал? Ага-га. Ладно, давай, второй раунд. Я сейчас буду именно на Бигфуте. Справа, у него 4 колеса. О, сзади. Я хочу такой. Так, Алиса, назови число для меня первого. От одного до двух. Хотя я не хочу желтый, я хочу красный, красный, красный. Один. Один! Блин, вот мне и красный достался, помидор этот. Хорошо, ничего, на красного тебя тоже победю. Чего, думаешь, проиграешь, да? Да нет, он багованный, желтый. Три, погнали! Тогда мне интересно, как он забагуется, чуваки. О, да! Интересно, колеса отваливаются там или что, как он багуется? Ну раз, нет, два, они три. Проваливаются. О, смотри, смотри, я даже сзади могу подниматься. Оба, оба, вот так умеешь? Смотри, вот так умеешь? Как я еду. Зеленый, зелепупа. Ребята, кажется, кто-то улетит. Что? Подожди. Ой! Ну вот и все. У меня такие же проблемы. Паша! О! Это как лифт работает! Нет, подожди, у меня-то нормально все, у меня нормально. А это что за заничная картошка? Что ты делаешь? Сейчас мы перевернемся оба. Ой, ой, ой. Ребята, кажется, какой-то проблемы. Я застрял. Да нормально все, давай, тракторист, езжай вперед. Смотри, берешь и вот так делаешь. Оба, как я, повторяй за мной. Вот так, вот так. Я не могу, да. Это реально погодный Бигфут. Ну я тебе помогу, вот так, оп, на тебе. Давай, Паша. Давай, давай, расти большой и маленький. Вперед, я тебя вытащу как-нибудь так дальше. Так, едет. И раз, ну, давай, и два, и еще, три. Еще. И теперь, на, вот так тебе. Подожди. Паша, давай, на. А как это сделать? Я сейчас, подожди. Сейчас мы его высадим, ребята. Растет репка маленькая, большая. Во, вытащили. Нормально вытаскивают, да, хорошо. Все, вытащил, я поехал дальше. Оба. Кажется, у меня проблемы. Недалеко ты уехал. Не, мой Бигфут намного круче. Он не то, что вот эти животные и собаки. Он именно забирается четырьмя колесами. Да! А Паша на двух колесах. А мой Бигфут с помощью бага забирается. Какого бага? Это же честно, бага-юзер. Так, забираемся, синий уровень, синий уровень. Да! Смотри, эти Бигфуты уже до синего уровня доезжают. Если эти до синего, следующие будут до красного, потом фиолетовый, а потом вообще желтый уровень. Ой, это нереально. Нифига себе, мне кажется, давай, Паша, слабо догнать меня. Ну-ка. Опа! Как он это делает? Он еще на задних колесах катается. Я на буги-буги делаю. Ага, буги-буги, смотри. Раз, два, три. Давай. Просто по стенке закарабкиваюсь. Нет, тут именно мой Бигфут круче оказался, ребята. Поэтому забираемся еще выше. Главное не достать предела. Мой Бигфут с помощью багов забирается. Давай, бага. Бага-мага. Оу, подожди, я не могу. Вот это будет жестко. Как ты прыгаешь? Ну-ка, показывай, давай. Да вот так вот. Так, давай. Так, ребята, идем на таран. Сейчас по Паше заедем, давай. Спасибо. Я хотел по тебе заехать. А его закинул. Удачи. Стоять. А меня кто-то затащит? Нет, это невозможно. Ладно, делаем еще две попытки, ребята. И остаемся тут. Давай. Блин. Ну же, даю. Это невозможно. Да не ты давай, Бигфут давай. Ребята, ну, давай, это даю. Капец. Лежебока какой-то. Ой, хорошо. У меня сегодня чуть-чуть меньше баллов. Это 19, а у Паши 20-ка. Крепкая. Ну, повезло. Просто повезло, что я тебя закинул. Ладно, считаем баллы. Переходим к третьему нашему раунду. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, тут уже гигантские Бигфуты идут. Посмотрите на их размеры. Вы понимаете, это не обычные Бигфуты. Это Бигфуты в два раза больше. Так, тут колесо, мне кажется, как два меня. Ну нет, полтора меня где-то. Офигеть! Ладно, сегодня я первый, поэтому загадываю число себе. Я хочу правый Бигфут. Итак, Алиса. Ну-ка. От одного до двух. А я хочу красный, он спортивный. Число два. Да, число два. Зато у меня больше. Он выше, ты посмотри. Я даже не дотягиваюсь до его размера. Ну-ка, ребята, садимся в наши либераторы, маршалы, и теперь езжаем по прямой. Ой, а что с камерой? Можно камеру отдалить? Она слишком большая. О, вот так вроде нормально. Давай, езжаем. Раз, два, три, погнали. О, ребята, а вот камеру я могу отдалить. Вообще ничего не вижу. Где я, елки-палки? Да, главное от первого лица не едь. Там будет черный квадрат у тебя. Итак, полетел. Биба и Боба едут. Так, чуваки, аккуратно, пропустите. Давай, потихонечку, давай. Вупсень. Ребята, давайте заезжаем. Кстати, придумайте реально в комментариях нам название. Как бы мы назывались, если бы ездили на Бигфутах. Бигфутус и Пердутус, наверное. Давай, заезжай. Да, ты Пердутус, а я Бигфутус. Что ты, я Пердутус? Это ты тогда летишь впереди. Потому что ты большой и пердишь. Нет, много. Я же всегда говорю, у меня предел. А ты всегда говоришь, ты на пердел. Вот, значит, ты будешь Пердутус. Ну так потому что ты пердишь, блин. Нет, это ты. Так, оба, давай. Что-то, ребята, мне кажется, это Бигфуты какие-то фиговые. У меня вообще все плохо. Он поднимается на задние колеса.
дерево, а я дал до предел. А что такое? Я уверен был, они до красного уровня доедут. Нас обманули. Они, конечно, крутые, но давай, они просто поднимают задние колеса и дальше не могут. А, я понял. Надо, смотри, надо не вот так тараниться, надо аккуратно, мягенько забираться. Вот так вот. Нет, ладно, я беру слова обратно. Смотри, зато я могу взять и по вот этому бобику проехать. Давай, раз, а два, я без бобика проехал. Не понял, а я по бобику не могу проехать. Да колеса большие. Во, во, получилось. Давай. Бобик, помоги мне заехать. Ребята, как пошел? Ты что так делаешь? Эй, меня не бросай. Бобик. Я уехал просто. Слышь ты, Лёлик, Болик, давай, меня подожди. Так, едем. Во, забираемся. Главное, бочком, ребята, бочком заходить, и все получится. Давай, тили, тарнивали. Лучше, Бобик, сейчас, крули. Разгон, оп, давай, еее. А теперь, ребята, толкаем Пашу, давай. Я этого не хотел. Ну, нормально, вроде все живое. Раз, два, три, давай. Вот, чуваки. Тем не менее, забираемся. У меня веревка и все наготове. Я, если ты меня протираешь, буду пользоваться. Веревка наготове. Давай, вперед. Нет, чуваки, ну эти бигфуты хуже даже прошлых проезжают. Я не понимаю. Это реально какая-то фиговая подвеска. Давай. Большой размер не всегда круто. Да. Не-не-не, кстати, нормально. Потихонечку забираемся. Главное только мне сегодня баллов заработать больше. Пока что Паша лидирует. Оп, задом. Иди отсюда. И ты иди отсюда. Смотри, профессионал показывает. Оба. Вот так. Не получается. Да чё, реально? 18 баллов – это предел. Я не верю. Раз, я два, не останусь три. С тобой на одной ступеньке. Нет, это реально предел. Я выше не могу. Хотя. Упадёшь. Не упаду. Я просто тут перевернулся. Ну все, чуваки, это реально предел у нас. 18. Паша! Я тебя спас. Я стал Тарзаном. Хорошо. 18 баллов у меня и 18 баллов у Паши. Идем дальше. Итак, чуваки, тут у нас находятся самые гигантские бигфуты, как мы раньше считали, но теперь-то не гигантские, а еще маленькие. Так, слева это Биг Брат, а точнее это мини-брат уже, и справа это Биг Броб. Я не знаю, что это за машина такая. Паша, Паша, ты что, офигел, что ли? Катапульт из катапульта построил. Я нечаянно. Ладно, давайте узнаем, что мне достанется. Итак, Алиса, назови число от 1 до 2. А ну-ка, Алиса, назови ему число 2. Или 1, 1 давай. 1. 1. Биг Брат! У меня зато большие колеса и помидорный цвет, а у Паши ничего нету. Ты у меня тоже крутая. У него из багажника целую квартиру можно построить, смотрите, ребята. Офигел, что ли? Ну что, не поедете в следующем раунде. Раз, два, три, погнали! О, ребята, Эй, пока, сопля! Смотри! Так, Биг Брат мы когда-то тестировали, он вроде бы до красного уровня доезжает. Хотя мы это сейчас проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я тебя уничтожу. Я на пределе здорово. Ты чё? Сальтушник? Ой, а кто-то забагался? Нет, что нормально, все хорошо. Погода, проблемы начались, как в прошлом раунде. Смотри, вот так умеешь? Опа, сальто, вот тройное. Вот так ты не умеешь, смотри, как я. Да он читерит. Эй, это не честно. Скользит это там без колес. Это честно, отстань. Реально, у него читерская тачка багуется, ребята. Так, аккуратно, едем. Нет, я проеду дальше. Тебя это стопудово благодаря колесам. Если они даже застрянут, я буду по тебе ехать. А я уже рекордсмен. Да, рекордсмен. Давай, Паша, посмотрим на тебя. Ну, что, придется. Рекордсмен. А теперь смотри на меня, я рекордсмен. Оба, вот так. Ой, лови меня. Сейчас упаду. Блин, держи ты меня. Держу. Спасибо. Это что, на поводочку привязал меня? Так, делаем разгон. Раз, два, три. Давай, машина, давай, ты сможешь. Итак, оба. Ты просто подлетаешь. Да, я просто подлетаю. Ну, блин, почему не получается? Синий уровень, ребята, вроде это рекордсмены. Раз, два, три. Так. Да, получилось. Лайфхак сработал. Благодаря твоему колесу я забрался выше. Давай. Ой. Стоять. Катапультируемся. Ребята, вылезаем из машины. Проблем. Блин, я упал. Сколько у меня баллов было, Паша? 21. 21. Ну, у тебя было всего 20. Ладно, чуваки, считаем результаты. Выше эти тачки не поднимаются. И идем к нашим гигантам. Наконец-то! Многие ждали именно этот раунд, чуваки. О, да! Остались машины-гиганты. Справа Бугатти. Бугатти, сломанная, раздолбанная. Ты на ней будешь ездить, Паша. Ты как муравей. Нет, какой-то. Нет, ты на ней поедешь. И слева Камара. Дальше нам надо обоим ехать на одной машине. Один будет газ нажимать, а другой на руле висеть, короче. Ладно, чуваки, давайте узнаем, кто сегодня будет первый. Это я, конечно. Зачем, что мне достанется? Let's go! Алиса,
назови мне, мне. Я вот не знаю, Камаро он больше, а Бугаттина быстрее. Ладно, любую Камаро тачку. Камаро лучше. От одного до двух. Так, Алиса, назови Камаро. Давай. Один. Один. Я еду на Камаро. Мне интересно, как я вообще буду доставать до педали. А где я, Паша? Ой, здорово! Ребята, это я, маленький карапуз там. Ой, я сел! Ребенок похитил машину! Давай, Паша, на счет три стартуем, проверим, как далеко мы уедем. Раз, Let's go. Два, три, погнали! Смотри, я что задний колесо стою. Давай, давай, давай. Я быстрее! Ты посмотри на меня, Капец! Чуваки, я думаю, сегодня надо однозначно поставить лайк. Паша, ты офигел, что ли? Ты что, толкучку задумал? Иди сюда, давай, тараним. Толкай меня, не надо. Ребята, у меня появилась гениальная идея. Давайте так, пока Паша улетел. Ты что, ко мне привязался, что ли? Да! Спасибо, спасибо. Ты меня перевернул на крышу. A few minutes later. Так, вторая попытка. Я не договорил, чуваки. Раз, два, три, едем. Короче, кто хочет видеть прятки на самых гигантских машинах, давайте сегодня наберем 50 тысяч лайков. Вы понимаете, будут прятки, будут испытания, толкучка, гонка. Гонка по городу. Это же самая жесткая гонка это будет. Это трындец. Так, мы сейчас уничтожим. Так что, кто хочет видеть прятки на больших машинах, давайте наберем 50 тысяч лайков. Если такая цифра будет, мы это снимем. Но это будет нереально трудно. Ой, обязательно. Что, проблема, я не могу перевернуть. Слишком большие габариты. Газуй! О, ну у меня заднее колесо стоит как будто. Давай, во, едет. Давай. Давай, подождите. Я еду, давай. Вот так, Камаро, молодец. Маслкар рулит. Оп. Главное не сдаваться, газовать. Да. Ну, слушай, машины-то большие, только далеко уехать не могут. Давай. Я понял, самый главный минус, у них, короче, бампера цепляются все равно. Хоть машина высокая, но бампер низкий. Блин. Ну да, это вообще не то, колеса фигня. Зато у Бигфута в конце бампера нету, ребята. Проверим, на куда он доберется. Да, это капец. 13 Бугатти, баллов, слишком я не хочу. Низко, давай поменяемся. Это же вообще Бугатти коротышка. Да, трындец. Нет, ребята, это реально у нас предел. Короче, все, у меня 13 баллов. У Паши получается сколько? 10. Ну все, идем дальше. И, ребята, самая гигантская машина. Ой-ой-ой. Сейчас мы посмотрим, кто на ней поедет. А, кто поедет? Я сегодня первый, я еду. Так, получается, у нас машина одна, нас двое. Поэтому будем делить баллы пополам. Согласен? Офигеть. Да, согласен. Ребята, смотрите, я даже шины, размером не с колесо, а с шину только с одну. И диск еще. Здравствуйте. Ладно, ну что ж, садимся на машину. Я вот тут. Под машиной где-то смотри, и Паша там рядом. Я тоже! Ну что ж, чуваки, с вас лайкос! Ну а мы тогда проверяем, как сегодня поставить мировой рекорд, самый гигантский Бигфут в мире! Готов, Паша? Давай, готов! Раз, два, три, газуем! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Разгоняется страшно, чуваки! Вот да! Это будет мировой рекорд, смотри! Вообще пофигу, вообще ему пофигу! Мне кажется, еще упадем. 23 балла! Я держусь! Нормально все. Нас зажевало! Ой, чуваки, кажется, мы тут застряли немного. Зажевало! Нормально, разжевало. Чуваки, красный уровень! Ни один Бигфут до красного уровня не доезжал. Ты посмотри. Так, главное сейчас развернуться и заехать. Или не заехать. Чуваки, тут даже, мне кажется, если бы два Бигфута было, они бы просто не поместились на этой лестнице. Да, она у нас было бы мало довольно места. Маленькая. Кажется, это предел. Мы заехали до ступеньки, которая размером с целое колесо. Нет, он не может, он реально не может. Получается, это мировой рекорд. 25 баллов зарабатывает кто? Ты и я, по 25 каждому. Вместе на одной машине едем, давай. Я сделаю еще одну попытку, если не получается, его бросаем тут. Раз, два, три, вперед, давай. Нет, предел, 25 баллов. Получается, считаем результаты и давайте узнаем, кто сегодня победил. Ну а по окончании видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Итак, ребята, собрались мы на вершину нашей лестницы, чтобы знать, кто заработал больше баллов. Но дальше всех сегодня проехала именно машина Бигфут. Фиолетовый мустанг. О, да. Ну что ж, Паша, у меня сегодня я готов тебе огласить 111 баллов. 3 единицы. А у меня 108, блин, не хватило. Да, на 3 балла я заработал больше. И сегодня побеждаю в этом ролике.
Ничего, в другой раз повезет. На этом видос, ребята, подходит к концу. Кому он понравился с самыми гигантскими тачками, поставьте лайкос. Особенно, кто хочет видеть следующую серию по пряткам на гигантских машинах. Ну а с вами сегодня был Джейл Флейзин. Ссылка на башню будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедова! Всем пока, народ!